Вообще, за последние 100 лет слет народных университетов проводился всего дважды. Ну а с прошлого года это мероприятие «Санаторий знания» решил сделать ежегодным. А все потому, что тема крайне важная – вопрос повышения качества жизни людей старшего возраста. Как их вовлечь в активную жизнь, как использовать богатый жизненный опыт в решении в том числе важных государственных задач, будут рассуждать на лекциях, заседаниях круглых столов и мастер-классах на базе «Санатория знания» в течение 4 дней. Много интересных спикеров из Москвы, из Санкт-Петербурга, из Самары, из Перми, из Нижнего Новгорода, которые расскажут, поделятся своим опытом, расскажут о современных тенденциях, как человеку в возрасте 55-60-75 лет не потеряться, не сесть дома, не закрыться от мира, а наоборот сделать этот период в жизни самым ярким, самым интересным, самым плодотворным. Слет стартует во вторник, 15 ноября. Участие в нем примут более 400 человек. Это просветительские учреждения, общественные организации, волонтеры. Приглашено и много сочинцев старшего возраста. К бесплатному участию приглашаются все желающие. Ну а тем, кто в дни слета хочет поселиться в санатории знания, здравница предлагает специальную программу со скидками.